Привет, ребята. Мы с вами находимся в цеху металлообработки компании OMZAP. Нам принесли сюда такие интересные ножи от гильотины, рубка металла. Они у них износились, и они вот так вот наварили, как попало, скажем. Нам надо будет подготовить базу, выбрать из этого лучшую плоскость. И со всех четырех сторон нам надо идеально отшлифовать те четыре поверхности этих ножей. Многим может показаться то, что там типа зачем шлифовка, можно фрезернуть, но этот металл, тем более сварку, резец никакой не возьмет, и отфрезеровать их просто будет невозможно. У нас есть вот этот великолепный станок, где он камушком все отшлифует. Сейчас мы будем выбирать более лучшую поверхность. Готовить базу. Нам нужна база, чтобы он стоял более ровно. Смотрим там, где меньше всего сварки. Вот тут база совсем испорчена. Видите, тут нам тяжелее будет подготовить. Тут легче, меньше убрать. Нам надо сделать эту сварку чуть ниже этой плоскости. Вот, даже вот лепесток очень тяжело берет именно эту сварку. Что, пойдем устанавливать на станок. Все ножи у нас должны быть в одном размере. Все три ножа. У нас 3D725, камень у нас отшарошенный. Но этот металл сейчас у нас быстренько запорит камушек. Мы его, когда шлифуем эти ножи, камень быстро у нас изнашивается. И мы его часто шарошим, приводим в свое состояние идеально. И продолжаем работать. А мы выставляем все. Поставлена задача снять сколько понадобится, главное, чтобы была идеальная плоскость. Вот мы сейчас чем и занимаемся. Мы переставили сейчас на ту базу, которую мы сделали уже камнем. Красиво? Ну что, вот мы добились того, чего хотели. Выровняли плоскость этих ножей, кроме как на плоской шлифовке типа 3D725, вот как у нас, мне кажется, нигде больше вы не сможете это сделать. Процесс этот совсем не быстрый, потому что металл этот очень крепкий, и более 2 суток за проход вы взять не сможете. Если у вас есть что пошлифовать с размером этого стола, а этот стол у нас 2000 на 600-630, если даже можно постараться, камень чуть-чуть выходит за него, мы тоже сможем сделать. Обращайтесь в компанию OMZAP.